Ну а теперь отправляемся исследовать полицейский участок. Не один. Что ты на него не целишься-то? Все, оба сдохли. Давайте почитаем. Полицейский меморандум. 23.08.1998. Данным письмом мы оповещаем вас о следующих изменениях в размещении оборудования, вызванных реорганизацией отделения. Сейф с цифровым замком был перемещен из офиса Старс на втором этаже, восточный офис на первом этаже. Новый шифр 2236. Информационный отдел полиции Raccoon City. Перезарядим. Так, давайте сбросим. Вот я думаю, что оставить или нет. Давайте сбросим пока что. Ну и как помним, в отличие от Леона, у Клэр есть отмычка, так что замки можем без проблем открывать. Простые замки. Ручку тоже выкинем. Так, здесь у нас, по-моему, ничего нету, да? Как видим, здесь уже жалюзи опущены. Так, патрончики. Все, ключ бесполезен. Отчет патруля. 20 сентября, 21 час 30 минут. Записал сержант Нил Карлсон. Мы получили сообщение о подозрительной личности, прячущейся в канализации на окраине Raccoon City. Прибыв на место, мы обнаружили подозреваемого, однако ему удалось сбежать, и мы не смогли его допросить. Были обнаружены следующие предметы. Небольшое количество взрывчатки С4, электронный детонатор, инфракрасный прицел сломан. Конец отчета. Все, больше здесь ничего нет. Продвинем лестницу. Там у нас что-то лежит. И лежит это зажигалка. Так, здесь тоже, по-моему, все. Еще лента. Про ленту-то забыли. Так, возьмем травку. Гости. Сейчас мы с вами расправимся. Все, оба готовы.
Так, и что же здесь мы имеем? Отчет об операции номер один. 26 сентября. Отделение полиции Рокун-Сити было неожиданно атаковано армией зомби. Множество сотрудников получило ранения, еще больше было убито. Во время нападения наше оборудование связи было повреждено, и теперь мы полностью отрезаны от окружающего мира. Мы решили предпринять комплекс оперативных действий для спасения возможных выживших, а также с целью предотвращения распространения эпидемии за пределы города. Наши основные задачи на данном этапе – оружие и боеприпасы. В связи с недавними странными событиями в городе, шеф Айронс поднял вопрос о возросшей угрозе террористической атаки. За день до нападения зомби он принял решение о перераспределении оружия из арсенала по нескольким тайникам с целью предотвращения его возможного захвата террористами. Эта временная мера вышла нам боком, поскольку теперь мы сами не можем отыскать все это спрятанное оружие. Нашей первостепенной задачей будет поиск тайников с оружием, поскольку без него нам против зомби не выстоять. Закрытый арсенал. Как было сказано выше, нам будет сложно отыскать тайники с оружием, однако в подземном арсенале еще остался значительный запас оружия. К несчастью, человек, ответственный за хранение ключа от него, пропал вместе с самим ключом. Кроме того, во время нападения было нарушено электроснабжение, и многие электронные замки в здании перестали работать. Нашей второй основной задачей является восстановление электроснабжения и получение доступа в арсенал, записал Дэвид Форд. 27 сентября. 13 часов. Зомби прорвались через восточную баррикаду, и в результате прошел очередной обмен. Раненых мы временно укрыли на складе конфискованных вещей. В битве было ранено еще 12 человек, записал Дэвид Форд. Дополнение. Еще трое было убито, неожиданно напавшие на нас доселе невиданным чудовищем. Чудовище отличает похожие на бритвы когти и облезлая кожа. Однако самой отвратительной его чертой, несомненно, является ужасный копьеобразный язык, способный мгновенно пробить тело человека насквозь. Сколько всего таких существ, где они обитают, пока неизвестно. Мы окрестили это чудовище лизуном и занимаемся разработкой средств борьбы с этой новой угрозой. Ну, лизун нам до боли уже всем знаком. Так, здесь нам нужно поджечь. Берем рубин. Там патроны должны быть. Так. Перезарядим. Так, ну и все, по-моему, да, здесь? Так, эта дверь у нас закрыта. Цветка, то бишь травки. Давайте сразу смешаем, сделаем аптечку большую. Так, сразу выбросим. Аптечку, камень пока что. Наверное, зажигалка, по-моему, тоже сейчас пока не нужна будет. Так, у нас здесь, по-моему, что-то патроны, да. Еще лента. Пока комната пока не нужна. Давайте почитаем. Отчет об операции номер 2. 28 сентября. Раннее утро. 2 часа 30 минут.
Зомби добрались до нашего убежища и разразилась очередная битва. Мы потеряли еще 4, включая Дэвида. Теперь нас осталось всего 4 человека, включая меня. Нам не удалось достать оружие из тайников, и наши шансы на спасение становятся все меньше. Мы пришли к согласию, что здесь нам больше не продержаться. И выработали план бегства через канализацию. Насколько нам известно, туда можно добраться через сток утилизационного завода. Единственный недостаток нашего плана – это то, что мы не знаем, какие опасности могут подстерегать нас на заводе. Мы также понимаем, что наши шансы на выживание в канализации будут невелики, но это все равно лучше, чем просто сидеть здесь и ждать смерти. Записал Эллиот Эдвард. Что, отправляемся наверх? Продвигаемся к офису Старс. Так, здесь нас ждет небольшая головоломочка. Тоже мы ее все помним хорошо. Так что объяснять я не буду, что к чему. Просто сделаю это. Один есть. Отлично, добыли второй рубин. Двигаемся дальше. Ну, собственно, офис Старс. Приятно видеть тебя все еще среди живых. Кажется, в конце концов мы все равно не найдем твоего брата. Дневник Риса. 8 августа. Сегодня я снова говорил с шефом, но он пропустил мои слова мимо ушей. Я уверен, что Амбрелла проводила в том особняке исследование вируса Ти. Любой зараженный или превращается в зомби. Но особняк взлетел на воздух, а вместе с ним и все улики. А поскольку Амбрелла обеспечивает, наверное, половину рабочих мест в городе, все стараются закрывать глаза на их темные делишки. Похоже, выбора у меня не остается. 17 августа. Я получил много сообщений о странных чудовищах, появляющихся в различных местах города. Готов спорить, что Амбрелла замешана в этом. 24 августа. С помощью Джилл и Барри я наконец выяснил, в чем дело. Корпорация Umbrella начала разработку нового вируса G, еще более ужасного, чем вирус T. И когда эти безумцы остановятся? Обсудив все это, мы решили отправиться в Европу, в главный офис Umbrella. Сестре я ничего об этом не скажу, чтобы не подвергать ее опасности. Прости меня, Клэр, так было нужно. Нет никакой необходимости задерживаться здесь. Давайте разделимся на группы, найдем тех, кто еще выжил, и уберемся отсюда. Правильно. One last thing. Here's a radio. Take it. Можем узнавать обо всем, что происходит. Крис сделал все, чтобы не подвергать свою сестру опасности, но Клэр сама нашла приключение на свою попу. Так что... А нам теперь расхлебывай. Так, что у нас здесь? Здесь у нас арбалет. Мощный арбалет, предназначен для охоты на крупную дичь.
Арбалетик дело хорошее. Так, понятно. Единственный минус у арбалета это то, что в нем быстро кончаются боеприпасы. Так, ну все, здесь, по-моему, больше ничего нет. FPD. Отчет о внутреннем расследовании. Крису Редфилду, полиция Ракун-Сити, отдел Старс. Согласно вашей просьбе, мы провели внутреннее расследование и выяснили следующее. Первое. Касательно исследований вируса G корпорации Umbrella. Пока нет никаких подтверждений для даже существования вируса G. Мы продолжим расследование этого вопроса. Второе. Касательно Брайана Айренса, шефа полиции Ракун-Сити. По слухам, Айренс за последние 5 лет сколотил целое состояние на взятках руководства Umbrella. Есть сведения, что дело лаборатории в особняке было закрыто по его прямому указанию. Известны и другие случаи, когда он покрывал темные делишки Umbrella. Во время учебы в университете его дважды привлекали к уголовной ответственности за изнасилование, но оба раза отпускали на свободу из-за недостатка улик и его феноменальных успехов в учебе. Ввиду вышесказанного, рекомендуется соблюдать осторожность в отношении этого субъекта. Джек Гамильтон, глава отдела внутренних расследований Федеральной полиции США. На помощь! Так, он сдох. Давайте побежим за девочкой. Так, здесь давайте выберем арбалет. Готов. Все, со всеми расправились, вроде как все сдохли, да? Так, здесь у нас, по-моему, ничего. Ничего нет. Там патроны лежали, когда мы играли за Леона. Так, а здесь можно открыть ящик. И здесь лежат патроны. А за Леона здесь лежал крутое улучшение для пистолета. Так, здесь нас ждет тоже маленькая головоломочка такая. В принципе, тоже несложная. Давайте разгадаем. Так, запоминаем порядок, который здесь нарисован, стеллажей. Запускаем систему. И нам стоит всего двинуть этот стеллаж вправо. И этот стеллаж тоже двинуть вправо. Отлично. И забираем камень-змея. Камень 6 дюймов, выгравирована змея.
Так. Что мы имеем? Давайте. Теперь нам нужно исследовать другую часть полицейского участка. Посмотрим, что там. Потом в дальнейшем мы уже поставим камни. Так, давайте-ка сбросим ненужное. Наверное, я думаю взять гранатомет на всякий случай. Камень тоже сбросим. Так, есть ключ у нас.